Здравствуйте. Представьте, что вы оказались ночью в лесу. Никакой связи у вас нет, мобильная связь уже не работает, интернета нет. Есть у вас с собой только небольшая переносная коротковолновая радиостанция. Давайте посмотрим, на какое расстояние удастся нам связаться с помощью этой радиостанции. Получится ли у нас в случае каких-то возникновений чрезвычайных ситуаций передать с помощью такой радиостанции важную информацию. Поскольку ночью распространение коротких волн происходит лучше на низкочастотных диапазонах, то будем пытаться связаться с этой радиостанцией мы на диапазоне 80 метров. Это 3,5-3,7 МГц, радиолюбительский диапазон. Радиостанцию при этом будем использовать FT-817, запитка от 12-вольтовой свинцовой батареи, антенна диполь, два плеча по 20 метров, с тем самым балуном в середине, который я вам показывал, который использовал на диапазоне 40 метров при работе днем. И этим балуном антенна подключена к аксиальным кабелям, к трансиверу, к FT-817, без всяких согласующих. То есть самый минимальный набор. Только трансивер, аккумуляторная батарея и антенна диполь в резонанс на 3,6 МГц настроенная. Попробуем сейчас связаться с такого комплекта и посмотрим, на какое расстояние у нас получится провести связь. Радио Анна Тройка, Дима, Галя, Сергей на приеме. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел, дробь QRP. Александр, принято, спасибо, громко вас получаю, 5-9. Алексей, в Нижегородская область, в полевых условиях, в лесу, 5 ватт, FT-817, прием. Полевые условия, понятно, а имя ваше? Алексей, Алексей, Нижегородская область, Алексей, 5 ватт, QRP, прием. Да, Леш, принято, спасибо. РТ-ТЛБ, РТ-ДГС, спасибо, не будет вопросов, Алексей, удачи, здоровья вам в поля, на приеме. Спасибо, спасибо, пока, 7-3. Всего доброго. 7 на 8, 10 метров. Ульяна Анна 4, центр, Галина Мария, 7-3. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел, дробь QRP, прием. Ой, несколько раз, дробь Павел, дробь QRP, я не успел, на приеме. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, РА 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел, дробь QRP, прием. Тамара, Леонид, Борис, ТЛБ, Тамара, Леонид, Борис, Тамара, Люба, Боря, прием. Все принято. РА-3, Тамара, Леонид, Борис, УА-4, СГМ. Алексей, добрый вечер. Спасибо за вызов. А вам 5-9, пятерка, девятка, Александр. Ну нет, 5-8, если правильнее говорить, и QSB. 5-8 и QSB. Здесь Александр, город Энгельс. Потом подскажете, какая у вас мощность. РА-3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел, дробь QRP, я УА-4, ЦГМ, на приеме. УА-4, ЦГМ, РА-3, ТЛБ. Александр, приветствую. Спасибо, спасибо большое. 5-9 вас получаю, девятка, на девятку вас получаю. А у меня 5 ватт, мощность 5 ватт, мое имя Алексей, все правильно вы сказали, 5 ватт в полевых условиях, в лесу, антенна диполь между деревьями, антенна диполь 2 по 20 между деревьями, 5 ватт, FT-817, прием. Ну что я могу сказать, все здорово, Алексей, все здорово. Комары вас едят там в лесу, нет? Нет, нет, отсутствует полностью, ни одного сегодня не было. Ветер сильный, комаров нет, прием. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел, дробь QRP. Павел, дробь QRP, Радио Анна 3, я расскажу, Каритон Игрек. 5-8, здесь Павел, близ Кировограда, прием. Да, принято. А громко вас получаю, 5-9, радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел, дробь QRP, Алексей, Нижегородская область, 5 ватт, в лесу нахожусь, прием. Принято, 5 ватт, ну нормально, хорошо, четко, здорово, все понял, прием, спасибо за хороший репорт, вопросов нет, удачи вам, до связи, 73. Спасибо, спасибо, до связи, пока, 73. Вот как мы видим, даже на такую маленькую мощность, на 5 ватт от батарейного питания,
есть возможность связаться из леса, из полевых условий, на простую антенну диполь из двух проволок по 20 метров длиной. Можно установить связь с другими городами и передать нужную информацию. Работайте в эфире, смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!